Народ, всем привет! Сегодня у нас 7 июля. Я напоминаю, что мы машины проверяем, подбираем и отправляем по всей России. Также привозим с аукционов Японии. Звоните, пишите, номер телефона здесь или в описании любого видео, также есть в шапке канала. Ребят, в связи с тем, что мне постоянно звонят, много звонит на WhatsApp. Я прошу, ребята, не звоните на WhatsApp. Я буду скидывать, не буду отвечать. Почему? Потому что на WhatsApp пишите, ну или записывайте голосовые. А если что-то срочное, что-то надо узнать, спросить, ну вот надо сейчас, звоните на телефон, не по WhatsApp. Дело в том, что когда мы разговариваем с вами по WhatsApp, вот помимо задержки, да, и мы начинаем просто друг друга перебивать, любой звонок входящий нас просто перебивает. И это все превращается не в разговор, а в издевательство иногда. Поэтому также может и связь пропасть, но это все-таки интернет. Вот, поэтому что-то срочное, звоните, номер есть. Если нет, написали на WhatsApp, записали голосовой и так далее. WhatsApp привязан к номеру телефона, номер телефона он единственный, нет никаких дополнительных офисов там и так далее. Он единственный, отвечаю на телефон только я. Как-то так. В общем, смотрим видео. Ребят, человек заказал проверить вот эту машину. Розовый ВИЦ. Вот. Он немного подбитый в переднюю часть. Вот весь отчет ему отправили. Но клиент сказал, его устраивает. Он покупает. То есть все, я ему там показал. Ну, поближе уже в транспортной вам покажу эту машину. Вот. Так как продавец сказал, иди с наличкой. Клиент перевел деньги мне, это 600 тысяч рублей. Вот деньги я снял, и сейчас идем отдавать продавцу. Отдам продавцу, рассчитаюсь за машину, забираю ее и отвожу в транспортную компанию. Все как бы по чесноку, вот деньги клиента. Вот в транспортной буду, еще сниму вам видео. Все, ребят, еду в транспортную, у нас опять туман. И как обычно, можно уже говорить. Туман. Вот забрал документы. Машину. С продавцом рассчитался. Еду в транспортную компанию. Вот, машинка. У машины маленький пробег. 29 тысяч километров. Ребят, не битую с таким пробегом. Это очень сложно привезти. Но невероятно сложно. Поэтому. Или цена будет. Опять же, цена не маленькая. Вот поэтому в основном, конечно, пробеги 80-100 по рынку, что ВИЦ литровый, что там Пасса, ближе к 100. Но приходит иногда с небольшим пробегом и целый, но только Пасса. ВИЦ не найти, потому что он очень дорогой уже, а вот Пасса приходит, то есть там 4,5 балла с пробегом 20 тысяч, я вам показывал, что такие машины есть. А вот ВИЦ такого нет. Тем более, ВИЦы в основном, они все на ключе. То есть, если будут целые, то они все на ключе. Вот так вот на кнопке старт найти сложно. У данной модели кнопка старт, мультируль, автосвет дальний-ближний, камеры на предстолкновение и по полосам, двухдиновая хорошая магнитола. Крутилки, правда, нет климата. Вот. Но комплектация Джавелла, и у нее еще идет подогрев зоны дворников. В общем, комплектация хорошая у нее. Вот здесь такие дверные карты, видите? Все так приятненько сделано. Я для чего снимаю, ребят? Показать, что никуда я не денусь. С вашими деньгами. Вот вы перевели, поехал, снял. Если продавец... Это самый последний вариант. То есть я всегда говорю, переводите продавцу. Я подойду рядом, буду, возьму ключи, документы в руки, буду стоять у машины. Вы переводите деньги продавцу, и я забираю машину. Вот так. Но если продавец прям совсем идет в отказную, да, вот, но есть вот такой вариант перевести мне, я сниму и отдам продавцу. То есть вот так. Если нет доверия, если в чем-то сомневаетесь, деньги все-таки большие. Ну, не все машины, да, стоят вот так 600 тысяч рублей. Есть, где машины стоят там 2,5 миллиона рублей или 2 миллиона, полтора. Поэтому я всегда говорю, ребят, приезжайте. Самолет сейчас стоит там, не знаю, 20-30 тысяч туда-обратно.
ну, 30 тысяч стоит. Это не такие большие деньги. Спокойно утром прилетели, рассчитались за машину сами или со мной вместе. Поехали, поставили машину там в транспортную компанию и вечером уже улетели. Но уже со спокойной душой, понимаете? Вот и все. Если нет какого-то там такого доверия. Вот все-таки деньги не маленькие. В общем, как-то так. Сейчас подоеду до транспортной и еще видео сниму. Ребят, здесь ветер, как обычно, и... Вот, я в транспортной компании, вон там автовозы, я постоянно снимаю это место. Да, проскочите, сейчас уберем. Вот он розовый, ой, точнее красный ВИЦ. Машина небольшой пробег, машина по статистике 3 звезды. Клиенту я все показал, объяснил, то есть была замена там лобового, а капот кривокосо сделан, конечно. Но клиенту это все почему-то устроило. Это не подбор, это была просто проверка. Вот, я думаю, даже через камеру видно, что телевизор передний восстановлен, но лонжероны, они целые, они остались на месте. То есть был такой удар по верху. Вот. Это уже рестайлинг. Такая вот красивая машинка. За 600 тысяч, если я не ошибаюсь, они договорились, купили. Все, сейчас иду в транспорт, надо и документы, ключи. Пишу договор. И дальше работать. Honda Stepwagon. Данная модель 1 495 000 цена, 16-й год. Они идут все на 1.5 турбо. Рядом стоит ног, если не гибрид, у них двушка стоит обычная, если гибрид 1.8. У Stepwagon спада идет на 1.5 турбо. Опа! Ну, в отличие от ноха, у Honda есть фишка, что дверь открывается раздельно, сейчас покажу. Вы можете сделать вот так. А вот Toyota так нельзя сделать. Ну или, допустим, если надо открыть, полностью открываете. Полностью. Эх, присохла дверь после мойки. Вот так открывается полностью. То есть очень удобно сделано. Здоровенный багажник получается. Здесь вот он, третий ряд сидений. Если надо, ставить. Если не надо, вот так раз. Положили, и вот очень-очень много места. Высоченный потолок. Ну, это прямой конкурент. Ноух, Вокси, Сквайр, там, Ниссану, Сирене. Сирен очень мало на рынке. Найти можно, но мало их. Вот, допустим, у нас стоит Сирена. Сейчас, если успею, покажу. Машина идет на 16-х дисках. Ох, как здесь чисто. Аж даже залазить неохота. Ох, вот такой вот степ-вагончик. 1.5 турбо и стоит вариатор. Здесь у нас кожаный руль, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, мультируль, лепестки туманки, две электродвери, кнопка старт, бесключевой доступ, большая, здоровенная, классная 175-я Газерс. Это их родная магнитола. Климат-контроль, климат раздельный, также есть и подогрев ушей, розетка на 12 вольт, еще один подстаканник. В общем, по комплектации они, конечно, никому не уступают. Ну, камеры на предстолкновении и по полосам тоже стоят. Сейчас резко открыл дверь, ребят, чуть не купил себе спада. Раздельное сиденье. Так. Все это открывается, закрывается. Давайте посмотрим. Аукционик здесь лежит. И данная модель 4,5 балла, 88 тысяч пробег.
вся целая. Ну, 4,5 балла. А, так как, смотрите, если кто-нибудь будет пробивать, это USS. Ну, всегда USS бьется только по номеру лота. Вот 10363. Я его сам не пробивал, но если как-то кому интересно, посмотрите. В общем, вот такой автобусик. 1 495 000 за 16 год. Хорошая комплектация, 4,5 балла. Ребят, Nissan Note. Машина стоит 780 тысяч рублей. В таком интересном цвете. Сейчас покажу, почему так дорого стоит. Машины 20 тысяч. Родной пробег. Есть подсветки. Опа. Машины по мультируля. Климат-контроль двухдинного магнитола. Камеры в круг стоят, кругового обзора. Также камеры на предстолкновение и по полосам. Кнопка старт, бесключевой доступ. Здесь ручник, розетка. Ну, то есть прикуриватель. Подстаканники. Машина на вариаторе. Так, самой бумажки нет, надо распечатывать. Машинка вот 4,5 балла и 23 тысячи родной пробег. Вот, обязательно, конечно, проверьте через Алиада. Я сейчас номер кузова вам покажу. Залезем под капот. Номер кузова. Вот, можете так посмотреть. Или так. Вот, данная модель Dig S, это значит, что у нее 98 лошадей. Вот, 1.2 мотор, трехцилиндровый, и стоит вариатор. Вот, 4,5 балла, 20 тысяч пробег. И такая вот цена, 780 тысяч рублей. Камеры в круг, вы можете видеть, вот здесь, на ушах. Если их нет, значит, камеры кругообзора не будет. Машина на штамповках. Резина у него идет, ну, радиус 14, 185 на 70. Давайте посмотрим место вот спереди. Достаточно высокий потолок. Сзади тоже достаточно много места. И у него хороший багажник. Сюда пакеты все можно закинуть. У данной модели ремкомплект, домкрат, баллонник, компрессор. Есть, можно сюда это убрать и закинуть запаску. Ребят, Honda Odyssey. Данная машина четырехбальная. Это редкость, чтоб Одиссей пришел целый, хороший, на рынок. 17-й год. Цена машины 1 760 000 рублей. Я такую не снимал еще. Наверное, год. Целый год не снимал. Потому что на рынке найти очень сложно. Чтоб редко-редко завозят Одиссей. В основном под заказ с Японии только такие машины. Это, конечно, такой комфорт. Класса машина. О, здесь... приятно, очень много места, приятно сидеть, красивая панель, тут это ушла, кожаный руль, мультируль, круиз-контроль, туманки, две электродвери у данной модели, конечно, есть разные комплектации, климат-контроль, климат-сенсорный, газер с родной магнитола стоит, кнопка старт, ну, это бесключевой доступ, машина, это полноценный гибрид, под капотом у него 2 литра, вот принудительная кнопочка EV, то есть на батарее ехать. Такие сиденья, подлокотник, кожаные вставки. В общем, красивый автобус, но достаточно дорогой. Кстати, вот цена 1 760 000, это очень хорошая цена для Одиссея. Я считаю, это недорого. Здесь тоже подлокотники, раздельные такие два сиденья. Ну и здесь ряд. Также два управления печкой. Ну, сделано, конечно, очень красиво все.
очень много места, высокий потолок. Не как у автобуса, автобусы, конечно, повыше будут, но хороший минимум. В принципе, третий ряд можно отодвинуть туда, и будет здесь багажник. Ну и так здесь все, я думаю, влезет и пакеты, и еще что-то закинуть можно. Здесь у пассажира есть и розетка еще одна на 12 вольт, подстаканник. Здесь также, в принципе, ну красиво, сделано очень красиво. Одиссей идет на 17-х дисках. Резина 215-60. Mitsubishi Outlander. Данная модель полноценный гибрид. Цена машины 1 890 000 рублей. 16-й год, 4 ВД. Это полноценный гибрид. Батарея у них стоит своя, не как у Toyota. Она стоит снизу прям машины, поэтому по лужам лучше на ней не скакать. Это такой городской кроссовер. Под капотом у него 2 литра мотор. Вот. У данной модели кожаные такие сиденья. Опа. Кожаный руль, мультируль, круиз-контроль, туманки, лепестки. Также камеры на предстолкновение стоят и по полосам. Кнопка старт, бесключевой доступ, раздельный климат-контроль. Подогрев руля здесь есть. Редкость на японских машинах. Вот, двухдинного магнитола. Вот, у данной модели интересные есть переключения. Это режим чарджинга. И у такого нет ни у Toyota, ни у Honda. И режим сейф. То есть, так как эту машину, как и ПХВ у Toyota, можно заряжать дома от розетки. Вот, то есть он не так, как полноценный гибрид едет. Плюс еще дома от розетки можно зарядить и там километров 50 проехать, не запуская двигатель. Здесь есть такая кнопочка интересная, принудительно чарджер. То есть нажимаем, и у вас он запускает мотор и начинает забивать батарею. Ну, в течение, я думаю, минут 40-50 он забьет полностью батарею. Вот. И есть сейф. Это принудительно, когда вы хотите ехать на батарее. Также подогрев передних сидений. С кнопки переключается 4 ВД. Подлокотник, ручник. Ну, в общем, как-то так. Тоже интересная модель. Места здесь достаточно много. Что спереди, что сзади. Хороший багажник. Потолок тоже высокий. Ну, то есть, это конкурент именно... Так, Subaru Forester... Чему еще? Toyota Harrier. Это и все конкурент только от Mitsubishi. Еще одна розетка. Такой достаточно здоровенный багажник. Данную модель в хорошем состоянии можно найти на рынке. Идет она на каких? На 18-х дисках. Такой красивый вариант 16 года, 1 890 000. Subaru Forester, хорошая комплектация S Limited. У S Limited идет как у турбовых Форестеров бампер. Вот, а идут омыватели, хотя они в принципе у рестайла в основном. Это до рестайл. Данная модель 15 года. С 16-го они пошли уже в рестайлинге. Цена машины 1 730 000 рублей. Вот 15-й год. Машина 4,5 балла, 80 тысяч пробег. Вся целая, судя по статистике. Есть рейлинги. На каких? На каких? На 18-х дисках. У обычной комплектации они идут на 17-х дисках. У жирных комплектаций Forester идут они на 18-х дисках. Также есть электросиденье. Кожаные вставки на сиденье. Кожаный руль. Мультируль. Круиз-контроль. Лепестки. Туманки. Кнопка старт. Бесключевой доступ. Также есть камера на предстолкновение и по полосам.
двухдиновая магнитола, причем такая интересная, красивая стоит. Раздельный климат-контроль, естественно, широкий монитор. То есть Айка, она идет самая пустая, у них такая вот здесь полосочка. У всех остальных там L, S комплектации, вот такой широкий монитор. Он красивый, он там показывает все режимы вам. Когда вы крутите руль, вы знаете прекрасно, вам показывают, как, где находится колеса, да, в какую сторону смотрят. Вот, он показывает там нагрузку, когда вы едете, на какое колесо идет. Ну, в общем, интересное такое меню. Вот, а также есть подогревы передних сидений. У рестайлинга с 16 года, которые идут, у них обязательно идет вот здесь вот еще и подогрев задних сидений. У до рестайлинга, вот у данной модели этого нет. X-Mod, это горный спуск, также есть система iStop, то есть iStop можно отключить. Она идет на вариаторе, здесь идет оппозитный 2-литровый мотор и вариатор. Подстаканники, подлокотник. Ну и S-Limited, здесь вот, конечно, кожаные вставки. Места очень много. Сзади, спереди, багажник большой. Так, машина закрыта, я так понимаю. Багажник-то у них неплохой, но открыть у меня не получится. Сел аккумулятор у машины, я не могу туда попасть. Я много раз показывал Forester в своих обзорах. Багажник у них здоровый, плюс еще сиденье можно уронить и лечь спать. Также у Форестеров сиденье идет не только водительское электро, да, как, допустим, у Toyota Harrier, а и пассажирское тоже. Такая вот модель. Хороший кроссовер, у него идет постоянный полный привод. Вот, и гребет он хорошо. То есть из всех кроссоверов, которые представлены на авторынке, это самый проходимый кроссовер на сегодняшний день. 15-й год, 1 730 000. Хорошей комплектации.